Приветствую вас, дорогие друзья, на канале Михалыч Топи Геймс. И сразу же хотел сказать, что в этом ролике мы отправимся во все забытые, ну, может быть, не забытые, а в самые крутые места, в котором хотелось бы побывать каждому из нас, и причем чем чаще, тем лучше, потому что мы будем сегодня открывать самые крутые ящики, которые только можно открыть в игре, и наслаждаться топовым лутом. Будем получать огнестрел, броню, естественно, всякие редкие ресурсы в модуле и не только. Хотел также сказать спасибо каждому из вас, потому что вы, именно вы поддерживаете меня, мотивируете для снятия следующих видосов, и рад видеть то, что в комментариях встречаются ребята, которые практически под каждым видео пишут комментарии, ну и, естественно, ставят лайки. Это очень круто, я вам скажу, что мега топово. Я залетаю в бункер Альфа, потому что с бункера Альфа мы сегодня начинаем. Ну и хорошая новость. Премиум аккаунт плюс 10 уровней. Дальше, ребят, обязательнейшим образом также донатные коробки и 1000 монет получит каждый самый активный, ну не знаю, парень или девушка, подписчик. За, конечно же, лайк, подписку и комментарий можно выиграть 1000 монет, премиум аккаунт и, естественно, топовые донатные коробки. Выиграть может любой в рандомном вот таком вот порядке. Как только 13 сезон у нас наступит, мы это все разыграем. Ну и за вашу большущую активность получите шанс победить и забрать эти призы. Я думаю, что 13 сезон с премиум аккаунтом и всякими вот этими бонусами будет еще приятнее проходить. Давайте сегодня вспомним пароль от бункера Альфа и рынем дальше. Пароль, который будет сегодня радовать глаз, это 6 7 6 4 9. Отлично, залетаем в бункер Альфа и не ждем, пока там лифт выйдет. Обязательнейшим образом мы здесь активируем сразу 4 ящика. 3 залутаем сразу же, а за остальными отправимся на глобальную карту. Итак, вышел. Режим стелса. Не раз меня спасал мачете. Отличненько. И вот, за зеленый. Отлично. Дальше, за оранжевый. Отлично. Дальше бегун, человек-бегун. На, блин, второй согрелся. Ничего, мы и с тобой справимся. И за красные. Посмотрим, что нам здесь выпадет. В принципе, за этим я смогу вернуться буквально через некоторое время. Галачевский. Пока пускай здесь остается. Я думаю, только можно будет бобы уничтожить в качестве вот такого вот. Итак. Дальше отлично у нас то, что есть УЗИ и М16. В качестве деталей к чопперу ничего не выпало. То есть у нас вообще не выпала часть двигателя, только и Бороденский, и все, больше ничего. Поэтому здесь можно и бак получить, и колесо, и вилку. Вот здесь. Я знаю, что ребята также получали в зеленом колесо. Вилку не помню, но я вам скажу, что возможно. Сложно, но возможно. Зелененький он был. Так, берем. О, колесико. Некоторые ребята пишут, что колесо самое редкое, что может выпасть, и я с вами соглашусь, потому что несколько раз нам увеличивали шансы выпадения колеса, бака или, например, вилки, но, ой, ребят, только вилки и бака, а вот колесо не увеличивали, поэтому колеса падают немного реже, чем все остальное. Я очень рад, что мне выпало колесо, также мне кислота выпала, немного фишек, крышек, спецвойск, броня, целый заряд С4, который я заберу сразу. Дробовичок, мой любимое оружие, мое. Напишите, ребят, в комментариях, какой любимый огнестрел у вас. Дробовик, ничего прекраснее нету, чем дробовик. Причем с модулями, самодельный глушитель. И здесь длинный ствол, довольно-таки хороший модуль на УЗИ. Если вы сделали длинный ствол, то вы уже довольно неплохо будете стрелять. И промахов минимально будет у вашего огнестрела. Оставляю пока все здесь. И делаем ветера. Теперь активируем дискету с координатами. Дискетка, дискетка. Итак, активируем. И пока дискетка там загружается, мы быстрейшим образом пойдем карты инспектора лутать. Карты инспектора — это вам не шутки, ребят. Карточки инспектора — это топ. Именно карточки инспектора дают вам возможность наслаждаться самыми крутыми модулями, ребят, которые только существуют в игре, да? Активки. Редчайшие модули.
Но я вам скажу, что не всегда можно, ну не то что можно, не всегда фиолетовые модули это топ. Поэтому да, ребят, обязательно лучше всего сначала почитать, помыслить, поразмыслить и только потом ставить модули. Например, компенсатор на М16 дает большую стабильность, а это всего лишь серый модуль. Если поставить фиолетовый, например, глушитель, то ваша М16 будет страшно промахиваться. Это очень плохо и очень печально. Привал дороги, никакой свалки. Итак, ребят, мы идем в бункер. О, полицейский участок. Я так понимаю, что у меня уже здесь все активировано, поэтому будем что-то выдумывать. Будем пробовать с других аккаунтов, наверное, лутать инспекторские карты. Ну, а я пока проверю это все дело. Одна из миссий рейдеров у меня была открыть коробку за синюю карточку. Она была открыта, но целых 4 ячейки еще пустуют, поэтому 4 драгоценнейших вот таких вот талона залетают. И мы сейчас посмотрим, что у нас в 4 вот таких вот ящиков. Надеюсь, что у нас активочки сейчас выпадут и будет только топовый лут. Залетаем. ЛЦУ крайне редкая схема. ЛЦУ 2. И не выстрел на вылет, по-моему, есть у нас у FN Scar. И, конечно же, до конца я так и не изучил, как он работает. То есть все противники должны будут стоять в ряд, чтобы FN Scar пробила их всех. Довольно неплохо, я думаю, как для начала LCU-2. То есть активка это или нет, потому что есть еще LCU-1. Итак, у нас здесь американская автоматическая винтовка М16 с выстрелом по ногам. Здесь точная активка. Ну и куча огнестрела. Отсюда мы забираем огнестрел. Только огнестрел. Можно, конечно же, брони еще немного сыпануть. Я думаю, что нам все должно вместиться. Итак, дальше. Опа! Длинный глушитель. Этот глушитель позволяет вам полностью заглушить весь шум, который, ну, конечно же, вместе с выстрелом с дробовика создается. И тут уже вы можете рейдить даже с таким длинным глушителем. Довольно неплохо, но я думаю, что можно найти любое другое оружие для рейда. Ну а у нас М16 с глушителем и ручкой, стабильности там не видать в этом оружии, поэтому пока что только так. Залетаем сразу в следующий ящик, смотрим. Здесь ВСС-очка с двойным магазином. Ну, ВСС-ка всегда в любой комплектации у нас топовое оружие. Здесь самодельный глушитель. В принципе, такой же глушитель. Вы можете за дискеты с координатами получить. И я не думаю, что это редкий модуль. Просто его там получаешь и без особых проблем. Дальше, что? ЛЦУ-2 опять-таки крайне редкий. Не знаю, но придется мне забирать все, что здесь есть. Потому мед так нравится ему. Наверное, один одеть. У меня тут вообще все надбитое. Надбитый оставлю, все остальное заберем. Без особых проблем, я думаю, что мы вот так вот красиво сделаем. Ну, наверное, не так, конечно же. Мы просто сделаем красивейшим образом. Так, ну тут мы все переодели. Оружие забрали. Можно за стальными пластинами сбегать, пробежаться. В принципе, талончики. Вернее, крышечки. Вот так вот. Красиво, практически идеально. Следующим нашим выходом будет ящик за дискету с координатами. Только я поеду домой сначала, потому что именно дома я выложу все, что мы с собой привезли в оружейке. Ну и после дискеты мы поедем, ребят, обязательнейшим образом проведаем ферму. Именно на ферме хотелось бы тоже что-то забрать. На ферме ведь тоже есть ящик. Именно в нем тоже можно неплохо подживиться. Отличная новость, я выложил все дома, и мы теперь без особых проблем залетаем именно в локацию, которая появилась после активации дискеты с координатами. Ну что, ребят, конечно же ждем, и естественно сейчас мы попробуем забрать все, что там есть. Все, что там есть, все наше. Конечно, каждый раз, когда ты проходишь хард режим бункера, когда ты там пытаешься добыть себе дискету, это траты, большие траты. О, зараженочка. Вот это неплохо, ребят. Хотелось бы, конечно, зараженочку вот эту как-то впилить в один из видосов. Ведь я собираю отличнейший видос, в котором хочу сделать
Сразу несколько таких ящиков. Во-первых, у меня есть, мне Вованчик как минимум помогает со сбором вот таких вот ящиков, и у него уже два лежит. Ну, то есть их только забрать, залутать, то есть открыть. Ну, а у нас другого варианта нет, у нас зараженный ящик. Зараженный ящикидзе, именно его мы сейчас забираем, именно его мы сейчас лутаем. Очистить его можно только с помощью кислоты, кислотной ванны и фильтров. Фильтровые когда-то еще 20 штук закинул, до сих пор они у меня там не заканчиваются, но вот с кислотой могут быть проблемы. Но, тем не менее, мы сейчас отправимся домой. Во-вторых, мне нужно будет чистить сейчас, потому что я использую кислотную ванну в качестве большущего хранилища. Именно в этом хранилище я оставляю вещи. Рейдеры, кстати, их не трогают. Это еще один лайфхак. Пожалуйста, если у вас есть кислотная ванна, используйте ее как огроменное хранилище, в котором будет все отлично и все очень хорошо. Итак, ребят, приходим или прилетаем на базу. Кстати, меня зарейдили К9Н4. Еще не знаю, что за база. Сейчас я покажу, что я храню в именно кислотной ванне. И у вас, в принципе, есть хорошая новость, что там можно хранить. Не-не-не-не-не-не-не. Я по привычке слез. Все равно ящик не вести. И обязательно нужно будет очищать его. Но это я там. Понятно, что очистка у нас произойдет буквально за несколько секунд. Единственное, что поиск кислоты у меня может занять некоторое время. Так, так, так. Кислотная ванна у меня вот здесь. То есть сейчас мы увидим, что в кислотке. Я храню здесь всяческие записки. Кстати, еще с прошлых сезонов, это, по-моему, даже 10-й сезон или 12-й. Короче, ребят, мы забираем вот это все. И нам нужно его скинуть в ближайшие ящики, чтобы у нас ванная была пустая. Только тогда мы сможем опустить туда ящики, только тогда начнется процесс очистки. Well done, у нас все в принципе идеально, то есть кислота есть, фильтры еще лежат, нажимаем снять и естественно забрасываем для переработки, то есть вернее очистки вот этого ящика. Так, кислоту добавим, отлично, и теперь у нас ждать остается вот такого вот свечения яркое, отличнейшее, и теперь остается только нажать ускорить. Теперь же мы можем наслаждаться вот этим ящиком. Кто там? Ай-яй-яй, вкуснятинки. Ребят, как же я люблю гранатометы, как же я люблю фэнскар. Это самое топовое, что может быть. Единственное, что мне выпал только один шлем спецвойск. Ничего кроме. Тем не менее, я наслаждаюсь подобным лутом. Гранатомет, фэнскар, мини-УЗИ. Это все довольно-таки приятно. Остается только еще одно. Набрать огнестрела и пройти ферму. Я думаю, что ферме ящик тоже должен быть довольно-таки неплохим. Ну, как говорится, прибыл я на ферму. Ну что, ребят, держитесь, и сейчас будет вам всем больно. Я пришел за синим ящиком, и только от вас зависит, возьму ли я его просто, или, конечно, придется вас всех замудохать. Итак, ребят, мы на ферме. Ферма никогда не отличалась какой-то легкостью прохождения. Приходится немного потеть. Да, есть отличнейшие уловки, которые помогают нам ферму забрать, ферму залутать. Без, ребят, напряжения. И, конечно же, о май гад, и был быка согрел. По-моему, конечно, бык очень-очень плохо горит, но 5 выстрелов, и он должен перегореть, как соломенный бычок. Ну что, товарищ зомби-фермер, товарищ зомби, на. Если вам интересны подобные видосы, я готов прямо завтра написать, записать еще один ролик, в котором мы откроем редчайшие ящики, которые, естественно, тоже здесь у нас в игре есть. Редчайшими ящиками я называю загазованная комната. Там есть два сейфа на простом и на хард режиме. Почему бы и нет? Также за ключи, которые у меня есть только 4 ключа пока что. Мне придется чистить несколько раз полицейский участок для того, чтобы побольше ключей добыть. Но, тем не менее, камера за ключом. За палец тоже ящик есть. Может быть, какие-то еще. Поэтому, ребят, пишите в комментариях, стоит ли делать ветер. Кстати, кольт питон. Многие говорят: Михалыч, у тебя есть кольт питон, это такое крутое оружие. Кольт питон взято из
Jurassic Survival игры тоже, кстати, владелец Кефир, если вы следите за играми Кефира, то не только Last Demon занимается. Вот Кольт Питон взят оттуда. Отличнейшее оружие, но ведь единственное, чем отличается этот здешний Кольт Питон от Jurassic Survival, это тем, что там этот кольт пробивает сотку чистого урона. Здесь же кольт питон просто отстой, и он просто, во-первых, медлительный, во-вторых, ребят, он довольно-таки плоховат. Разрыв сухожилий как и нельзя, кстати, подходит для убиения нашего разорителя, потому что можно его даже 4 раза рубануть. Вот раз, два, три, четыре. Ну, раз, два, три, четыре. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так-то 3. Но с разрывом сухожилий попробовать можно и 4. Блин, попал по мне. Я, конечно, хотел показать. Но лучше всего 3. Не психовать. Ты там плюнь давай. Плюнь. Собакевич. Ну-ну-ну. Так, 2, 3. Короче, 4 раза не получается без плевка. Поэтому разрыв сухожилий. Еще что-то. На, разоритель. Дядька, блин, даже как-то нубом себя почувствовал. Не могу разорителя просто так вот убить. Ну, плюй. Если честно, его можно даже кулаками вот так вот замудохать. Конечно, хотелось бы вообще разрушителем его сейчас. Я не знаю, давайте попробуем. Хорош, разрушитель взял. На. Один раз. На, болгаркой перепилил. Отлично, что? Кости нету. Well done, ребят, справился. А вы видели, что он спецвойск брони мою сделал? В принципе, плевки разорителя довольно-таки безобидные. Единственное, что они могут сделать, это разъесть вашу броню. Умножить ее на 0. И это печально, потому что сейчас моя броня умножена на 0. И теперь нужно быть очень-таки, очень-очень осторожным. Ящик на ферме всегда занимает какое-то время, поэтому мы пробуем. Опа, чуваки, вы кто такие? Почему я вас не звал? Почему вы такие злые? Так, на, держи, держи, держи. Так, так, так. Кольт питон. Хорош, я голый. Вы чё, пацаны, вообще ребята, блин, голого пацана, блин, напали все толпой. Вот так вот, да. Если честно, я могу взять сейчас ВСС-очку и расстрелять здесь всех до одного. Но хотелось бы сделать как-то с Гладчевичем это все. Выживший, мне нужна твоя одежда. Ох ты, чё так больно-то, больно как было. Так вы чё, девки? Девки, вы чё голые-то? Я не понимаю. Я понимаю, что симпатичный парень с бородой, с усами, но с глоком, крутым портфелем. Но зачем же раздеваться так быстро? Вот это жестко, конечно. Еще, мне бы приодеться неплохо было. Так, забираем. Да что ж такое-то? Ну хватит же писать-то. Так. Делаем ветер. Так. Расстрелять. Ну, я знаю, что, наверное, от яростного гиганта или дикого гиганта просто-напросто с одного удара упаду в связи с тем, что мне... Так, ВСС Винторез. Настало твое время. Сделай ветер и разбомби вот этих всех зомби, которые здесь есть. Жесткий урон. Смотрите, волки жрут. О, они увидели меня, переключились на меня, но они дикого гиганта жрали. Я не понимаю, почему они воевали. Почему эти зомби воевали. Но самое главное, пускай воюют, лишь бы нас не били. Так, ну что. Я зараженного быка убью. На всякий случай, чтобы он нам не мешал, все равно миссию мы уже провалили. Зачем зараженные быки? Часто-густо. Задания рейдеров, которые дают рейд-базу... Звучат так. Убей 3 зараженных быков на ферме. И у тебя будет счастье. Поэтому я стараюсь их оставлять всегда в живых, чтобы убить себе, да и все. Кстати, дикие гиганты тоже бывают. Не часто, то бывают. И так... Да блин, да что ж такое? Как же ты вот так вот выделяешься? Как же приоритет-то работает в этой игре? Чики-бомбони, ребят. Когда ты проходишь все чисто, гладко, ну, всегда хочется сказать чики-бомбони. Ну, а мы передвигаемся с ящиком крутейшим. Но. Быстрее бы. Ангар откроется или нет? Много вопросов сейчас прозвучит. Но нам нужно себе путь прочистить. 99 критонс. Хорош, много отстрелил.
Ну что, и голым ферму можно пройти. Только, конечно, с ВСС. Самое быстрое прохождение. Меня проскользнула такая вот идея. Самое быстрое прохождение. ВСС Винторез. Где же его потратить? Самое быстрое прохождение бункера Альфа и всего остального. Конечно же, только с ВСС Винторезом. Ну или просто с Эфанскаром. Хорош, дикий гигант просто проходил, ему в спину настрелял. Не, зомби-фермер, ты куда побежал? Тут все уже. Как бы ВСС у меня закончилось практически. Что? Щеночек? Ну, в принципе, я щеночков не особо собираю, но, блин, мне так жалко их оставлять здесь на ферме. Ребят, напишите в комментариях, вы тоже собираете щенков, потому что вам их жалко, а не для того, что они нужны. У меня уже есть верный друг, даже двое верных друзей, они как-то сами себе по себе получаются, поэтому просто-напросто наслаждаюсь. Ну, может быть, для миссии, разве что щенков храню, там вырастить трех щенков. Бывает миссия? Я думаю, что часто бывает, потому что у меня тоже такое же. Оружие сломалось, Кольт Питон, настало твое время. На, питы, хорошечно, еще один щеночек. И, естественно, ребят, мы забираем его. Так. Забираем также чоппер. Ну, то есть в чоппере, естественно, самые вкусняки бывают тоже. Вилка. В этот раз вилка, кстати, и бак, и колесо здесь тоже падает. Если вы хотите увеличить шансы выпадения, то костяные наконечники. Не то, что хотелось бы, но тем не менее, все, что мне нужно, я здесь забрал. Обязательно забираем, обязательно лутаем. Так, что мы можем здесь использовать? Вот так вот мы используем место. Поэтому вот, я думаю, что обменять какие-то костяные наконечники, ну, 10%. То есть нужно вот таких вот 10 модулей серых, чтобы поменять его на один какой-то другой. Но у меня очень много модулей, я не думаю, что есть какие-то модули, которых у меня еще нет. Поэтому я оставлю этот модуль. Может быть, приду за ним позже. Ну а мы, ребят, сделали вот такой вот видос. Надеюсь, он заслужил на ваш лайкос. Пишите, что снять в следующем видео. Вам удачи, пока и увидимся в следующем видео. Не забывайте коронные лайки, царские комментарии и самые крутейшие в мире подписки оформлять. Покеда.